Всем привет, автосалон Шкода. Давайте посмотрим, какие цены. Сразу хочу сказать, что недавно была переоценка, и, кстати, цены-то немного упали. Давайте начнем вот с этого Кодиака. Если я правильно помню, машина-то стоила 5 с чем-то, ну, побольше она стоила. Ну, правда, здесь стояла зеленая, хотя потом уже несколько месяцев, по-моему, вот такая стояла, или даже вот эта. Тем не менее, смотрите, литые диски двухцветные, у нас уже LED-цвет, да, потом датчики парковки спереди. Но давайте, чтобы я вас не буду мучить, почитайте. Смотрите, это у нас 1.4 TSI 150 лошадей, полный привод, DSG 6-ступка и комплектация бешеная. Но, тут смотрите, здесь куча дополнительных опций. Зимний пакет первый, потом спортпакет динамик и функциональный пакет Ambition 1, это много-много-много чего. И цена машины 3 997 511 рублей. Правда, тут сноска есть. Стоимость указана при приобретении автомобиля в кредит и сдаче своего авто по параметре ДИН. Но, тем не менее, гарантия на машины есть. Опять-таки, надо все уточнять, допустим. Но можешь, да, взять эти кредиты и через месяца два его полностью погасить, если есть деньги. То есть, все, опять-таки, в пределах разумного надо считать, смотреть и так далее. То есть, если получается, что сейчас продают Kia Sorento за 3900, за 400, там, правда, гарантии особо и нет, да? Вот, а здесь все-таки немецкое качество. Ну, согласитесь, что это практически не немецкая машина, только что чехи собирает. Еще раз, да, практически 4 миллиона. Но, правда, если у вас срастаются все вот эти трейдин и все такое. Ну, по крайней мере, раньше она стоила 5 с лишним, такая машина. Видите, у нас здесь и комбинированное сиденье, большой экран мультимедиа, полный привод тут, ну и так далее. Черный потолок, вообще черный салон. Красиво смотрится. Ну вот, пожалуйста, отсюда. Ну, багажник все мы знаем, смотреть не будем. Сзади имеется подогрев сидений. И имеется еще плафон, как-то вот такое. Тоже, я считаю, что дорого, тем не менее, уже как-то вот что-то, да, более-менее похоже. Вы купили машину, откатали 14 тысяч, и вот уже на горизонте маячит ТО. И сразу куча вопросов, как сэкономить, как не слететь с гарантии, где проходить, чтобы не терять время на поиск наиболее выгодного предложения у официальных дилеров для прохождения ТО на вашем автомобиле, просто воспользуйтесь сайтом автоспот.ру. Ничего сложного тут нет. Выбираете марку своего авто, модель, модификацию и какое ТО будете проходить. Открывается карта и сразу видны все официальные дилеры. Вам остается только выбрать, где дешевле, и записаться. Так как дилеры официальные, с гарантией у вас будет все в полном порядке. С Автоспот вы сэкономите и свои деньги, и время. Ссылку для записи на ТО оставил в описании. Сэкономил сам, помоги сэкономить другу. Поделись ссылкой. Шкода Рапид 1.6, актив автомат. 1 829 700 тысяч. Ну, собственно, опять же, стоимость указана при приобретении автомобиля в кредит и так далее. Тут еще к этой актив комплектации еще добавлен пакет климат актив, флит пакет, ну и так далее. Давайте посмотрим штампы и колпаки. Ну, понятно, что здесь будет все вот так. Ну, всем знакомый Rapid, но, к сожалению, сейчас их не производят. И уже против, что Весту тоже не производят. Собственно, если по Весте, так там вообще получается, что в марте ж вроде как президент АвтоВАЗа сказал, что стартует производство уже Весты, а моторы 16-клапанные только, получается, что появятся на конвейере аж только в конце мая, в начале июня. То есть, получается, в первые месяца три Весты будут собирать с мотором 90 лошадок, понимаете, да? Ну и уже прочит иранскую вот эту модель, Иран Кондра. То есть
конкуренты Квести. Там хоть и пишут, что мол, вот да, это старый там, Peugeot 301, бла-бла, все это фигня. То есть коробка хорошая, стоит, будет стоять автомат. Ну, собственно, а что еще? Идем дальше. Суперб. Такой вот черный классический цвет. Суперб. 2.0 стайл, 7-ступка ДСГ, 190 лошадок, 4 400 000 рублей. Ну и опять же, стоимость указана при приобретении автомобиля в кредит. Вот такие боки. На 47 тысяч, да? Ну тут датчики парковки, все красиво. Жаль, конечно, что вот так все получилось. Ну, что делать? Регулярно дезинфекция. Пока что имеем, то имеем. Память сидений, тут все имеется. Ну, в общем, такой салон зачетный. Ну, цена пока тоже. То есть вот этот вот кроссовер, да, цена указана, полноприводный, все такое. Вот, он стоит дешевле, чем вот этот седан. Понимаете, как Шкода Корок в белом цвете. Вот так, 1.4 Ambition, автомат 8-ступка, 150 лошадей. Привод передний. Тоже здесь еще пакет Hockey Edition. 3 150 000. Ну и понятно, что еще есть сноска такая. Давайте посмотрим, что здесь предлагается. Ну то есть понятно, что это не натуральный Ambition. Здесь еще этих опций с завода накидали, что уже что-то среднее между Ambition и средней комплектацией. То есть как-то так. Турбомотор. Автомат 8-ступка. Привод передний, вот такая вот моделька, мягкий веер, большой экран, все красиво, климат-контроль, ну и так далее. Октаха, смотрите, белый цвет, черный такой спойлер, датчики парковки сзади имеются, смотрите, какие огромные колещаги, резина Bridgestone, кстати. Комбинированное сиденье, три подголовника, сзади у нас имеется еще, как видите, подлокотник. Ну вот, если получается, что детское кресло, еще сколько места, видите, есть. Карман раз, карман два, зарядка Type-C, два гнезда, традиционно уже большой туннель. Ну и что здесь предлагается? Смотрите, у нас большой экран. Красивый руль, три спицы, кстати, это же как доп. Опция идет, то есть они сейчас все идут с двумя. Согласитесь, что вот так вот смотрится руль, ну, классически поинтереснее, чем вот так. О, кстати, тут тоже, окей, давайте я вам покажу двухспицевый, все-таки вот покажу. Вот. Ну, как бы, сейчас у кого как ассоциация, да, ну, не знаю, вот двухспицевый, и сразу давайте посмотрим трех. Мне все-таки трехспицевый, вот он, как-то больше нравится, как-то более привычный глазу. Ну, и вообще, вот тут раз, и вот так держишься, и во дворах подруливать очень удобно, я так считаю. Ну, давайте поближе мы с октавой, у нас проекция, сразу тут все электростеклоподъемники, мягкий верх. Чтобы вот здесь было чуть-чуть пластик такой помягче, приятно было вообще зачетно. Открытие багажника. Сразу у нас, видите, здесь кантон. Музыка такая. Шкода. Подогрев руля, голосовое управление, громкость. Пролистываем папки треки. Ну, здесь работа у нас со всеми диакрузи. Здесь у нас кнопка по традиции сбоку. Большой экран. Такой пипсик, разъемы тепсишные, ну и здесь что, два таких подстаканника, электронный ручник, функция автохолд, еще что-то для мелочи. Тут у нас, видите, чем обшито, мягкий верх, тут вот так все. Я не хочу никого защищать. Просто вот некоторые, так у них машин опять полно,
видите, раз подсветка. Дело в том, что... Знаете, как здесь сделано. Дело в том, что салон-то, допустим, этот, есть еще, допустим, в 100 километрах от города еще один салон. То есть там тоже какие-то машины стоят, и вот они, допустим, как-то их меняют, оттуда привозят сюда, отсюда привозят сюда, либо как-то вот это происходит, потому что... И, кстати, машины-то сейчас же сами знаете, что происходит. И часть машин они угнали туда, потому что там все-таки подальше от границы. Соответственно, чтобы они были в сохранности, чтобы, не дай бог, там не посекло чем-то. Вот, поэтому, допустим, здесь уже стоит то, что стоит, уже вот остатки, ну, какие-то остатки, что здесь были. А весь склад основной туда перевезли. Сейчас стала получше ситуация, поэтому и машины сюда опять же побольше привезли, потому что все-таки у нас город побольше, и возможно, что и спрос побольше, либо, допустим, сделать больше предложений, чтобы люди были больше заинтересованы. Ну, в любом случае, какие-то еще машины есть, и в том плане, что я же говорю, они, допустим, часть из них стояла не здесь, а в другом городе. Так, что у нас тут? 225-40 R19. Вот такие вот огромные колещаги. Водоотводы присутствуют. Смотрим. Шкода Октавия. 2.0 TSI ставит плюс 7 DSG, плюс лошадок. И смотрите, тут просто огромнейшее количество всего-всего-всего. И цена. 3 999 854. Ну, то есть уже цена, но, правда, опять же, со скидкой, вернее, с сноской, меньше 4, с пробегом. Это у нас что такое? Кодиак какой-то он. А нет, датчики парковки тоже присутствуют. Давайте читать. 1.4150 лошадей, полный привод, Ambition, 22 год, пробег 6507 мест. Ну и вот, 4 199 900. Может, тут больше всего-всего это самое, просто видите как. То есть, Ambition, полный привод, 7 мест, и машина стоит дороже, чем та. Хотя здесь уже, я понял, цена окончательная, а там только цена у нас указана, ну, если у вас все это срастается. Черный рельнгит, тут черный рельнгит тоже. Ну что, у нас еще, смотрите, рапидик остался. Давайте смотреть. Шкода Рапид 1.4 TSI Ambition 7 DSG, 125 лошадей. Доп. Опции, которые ставились на заводе, пакет Climate Ambition. Электрообогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, центральный подлокотник, спереди, внутри салонного зеркала, задний вид с автоматическим затемнением, радио Болеро 8, 1 992 024 рубля. Такие вот диски, 155 R16. Ну и, собственно, вот здесь все. Вот так, давайте поближе посмотрим. Буквально пару слов хочу сказать о ценах на машины, привезенные по параллельному импорту. Ну, то есть, вот пишут, что барыги, там все такое, они цены заворачивают. Ну, смотрите, государство этим не занимается. Вот, в основном привозят что? Частные фирмы или частные лица, да? Собственно, вот эти все и сказываются. Они от чего отталкиваются? От цен, которые опубликованы на официальных сайтах. Там, допустим, тоже Hyundai, Kia и так далее, да? Поэтому они ориентируются на эти цены, собственно, вот, и уже из этого исходит. То есть они ставят свои цены дешевле, чем у официалов. Ну, например, если Kia Sorento стоит в базе, грубо говоря, с цветом без допов 3900, то, допустим, у неофициалов машина стоит 3900, привезенная уже из Казахстана, уже растаможенная, бла-бла-бла. Хорошей комплектации, с кожаным салоном, тоже 3900, понимаете, да? То есть комплектация богаче, с полным приводом,
Вот. А цена будет такая же, как у нашей машины в базе. Собственно, они из этого и исходят. И естественно, что под заказ они привезут, машина будет дешевле, то есть они могут подвинуться. А эти только еще в виде допы свои накидывают официалы. Собственно, и все. А вы, допустим, вот поставьте себя на их место. То есть вот вы ролик смотрите, да? А что я типа хуже этих? Я тоже себе буду типа возить машины. Ну-ка, что тут? Да, в принципе, еще более-менее можно недалеко поехать. Берете свои 2 миллиона, которые у вас запылились где-то, да, пыль сдули, пошли в банк, взяли еще 2 миллиона, и у вас 4 ляма. Что делать? Опа, вы едете в Казахстан и, допустим, покупаете 4 кобальта, да? То есть вы со всеми делами этими, с переезда, с гостиницы, все такое. Вот вы 4 этих миллиона потратили, и вот и купили 4 кобальта. Поскольку их продавать? То есть машина вам каждая обошлась в 1 миллион. Согласитесь, кобальт и даже вот такая машина, пусть она, допустим, будет с мотором 1.6 и автоматом, да, она намного и снаружи, и внутри будет выглядеть поинтересней, потехнологичнее, чем тот же кобальт. И вы только сидите, не, ну я же не барыга, да, я же не буду накидывать. 50 тысяч вы накинули сверху и все. Ну, согласитесь, что уже смешно, правильно? То есть, если вы продадите 4 машины, вы всего лишь заработаете 200 тысяч. Ну, это же смешно, правильно? То есть, провернув все такое дело, вот. Поэтому цены люди накидывают, чтобы уже здесь и сейчас заработать. Соответственно, поэтому и везут в основном какие машины? Кроссоверы. То есть, сразу идет расчет на что? На тех, кто сможет купить машины. Вот, понимаете, да? Поэтому, чтобы это было быстро, а не то, чтобы стояли эти месяцами машины, пока они продадутся и так далее. То есть люди, пользуясь моментом, сейчас зарабатывают. Резина, кстати, Мишлен, смотрите, какие эдишн. Вот такие машинки стоят в салоне. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.